Как добавить одинаковые инструменты в Alien World? Значит, нам потребуется магазин. Здесь нам нужно вбить будет наш аккаунт в Аксофте. Посмотреть его можно, соответственно, вот здесь. Дальше вам потребуется скопировать из описания видео пример. После того, как мы его скопировали, вставляем его обратно на сайт Вакса, где мы будем одевать наши шмотки. Дальше обратно прыгаем в наш магазин Вакс и жмем детализация по каждому предмету. Как видим, здесь имеется ID этого предмета. Нам требуется скопировать этот ID и вставить вот сюда. Это будет у нас первый предмет. Соответственно, чтобы одеть второй предмет, нам также нужно зайти, посмотреть ID на второй предмет. ID мы видим. Копируем его. И также вставляем. Второй предмет у нас одет. Ну и также делаем с третьим предметом, одеваем, что у вас там есть. После того, как мы все сделали, теперь нажимаем Submit Transaction. У нас открывается вот окошко, жмем Cloud Wallet и подтверждаем транзакцию. И ничего не происходит, не пугайтесь. Нужно еще раз нажать Transaction. И как мы видим, появился хэш. Значит, все. Ваши вещи одеты на ваш аккаунт. Всем спасибо за просмотр.